Тихий лофт, горячий чай, рифмы, четыре поэта. Сегодня Лайм ТВ познакомит вас, дорогие зрители, с поэзией на стиле. Кто участвует? Почему именно вчетвером, не впятером, не всемером? Ну, потому что квартет – самая оптимальная творческая форма. Посмотрите на какие-нибудь известные группы, большинство из них четверо. Почему именно эти люди? Ну, кто откликнулся, кто захотел почитать, принять участие. В принципе, я даже не держал в голове, что вот кого-то пригласить, а кого-то не пригласить. Просто кинул клич в народ. Люди откликнулись. Извлекаю из памяти. В тесных пещерах детства я с первобытным пристрастием искренне ждал грозы, очищающей силы. И хоть бы она отмыла мою душу от мерзости, пошлости и тоски. Люд, ну расскажи, как давно ты посвящаешь себя творчеству и что для тебя участие в сегодняшнем вечере? Если ты говоришь о стихах, то я их пишу с первого курса примерно. Нет, с 11 класса. Я думаю, что причиной стала там несчастная любовь и все такое, знаешь, как у девочек это бывает. А сегодняшнее мероприятие для меня это, во-первых, новое место, я тут никогда не была. Во-вторых, это новые люди, потому что сегодня соединились четыре поэта, разные по своей стилистике. И, разумеется, на этих поэтов приходят разные люди. И я вот смотрю на гостей и думаю, вау, никогда не видела. Новое утро стреляет в упор и бережно раны зализывает. Это жизнь на изломе, этакий жесткий хардкор. Это жизнь, писал я Элизабет. О чем вы пишете, для кого вы пишете и что вы несете своим творчеством? Ну, пишу я обычно о грустном. Пишу, чтобы сказать то, что чувствую. То, что не скажешь, например, обычному человеку. Как когда в беседе разговариваешь, говорит, вот, а мне плохо, и он такой говорит, ну давай, рассказывай мне все это. И не ведь так не скажешь просто, потому что неудобно. А вот здесь ты строчками выливаешь все, что чувствуешь. Я пытаюсь сказать больше слов, но выходит кратко. На уставшую землю свалилась жестокая осень, застужает шеи и спины холодным ветром. А я искренне верю, что мне послезавтра исполнится 8, а не эти дурацкие 20 с каким-то там верхом. Ну, скажите, пожалуйста, почему поэзия на стиле? Ну, потому что та поэзия, которую видели и понимают, представляют вообще люди, она, я бы не сказал, что она является стильной. Мы хотим ее омолодить, и чтобы это не было по-фетовски грустно и скучно, мы хотим сделать это на другом уровне и постараемся сделать это стильно. Мне воздуха достаточно глотка, чтобы понять, как колыбель хмельная совсем меня не хочет отпускать, боясь, что безвозвратно потеряет. Да я и сам не рад ее терять. С отсутствием смирившись перспектив, с вокзалом попрощаюсь я квадратно. Я сам себе давлю на свой нарыв, сказав таксисту, чтобы вез обратно. Конечно же, нужно сказать отдельное спасибо еще ребятам, которые нас сегодня снимали и сделают в скором времени сюжет. Лайм ТВ! Лайм ТВ!